Задача для сообразительных. Что легче, 2 килограмма пуха или 2 килограмма муки высшего качества от ростовского комбината хлебопродуктов? 10 секунд на обсуждение. Наверное, вы думаете, если 10 секунд нам показывают именно 2-килограммовую пачку муки, значит, это подсказка. Вы ошибаетесь. 2 килограмма пуха и 2 килограмма муки весят совершенно одинаково. Только кому он нужен, этот пух, если есть замечательная мука высшего сорта в новой 2-килограммовой упаковке? К тому же на пух бывает аллергия.